Опасное место. Я не вижу тут солдат. Одни пираты. Похоже, они правят островом. Huh?
Прошу пощады! Так, на тех, кто смеет торговать здесь невольник, отправляем увести. Я думал... А ты кто? Я Алексиус. Ну, Алексиус, нас также... Я надеялся встретить великого пирата Ксению. Льстишь ты умело. Хочу заключить сделку. Почему я должна доверять? Я искал встречи лицом к лицу. Говори. Я ищу женщину. Этого мало. У нее на руке родинки в форме созвездия орла. Вот это уже. Она моя мать. Я не... Значит, ты хочешь найти... Можно и так сказать. Тебе предстоит. Аспасия направила меня к тебе. Аспасия? При чем тут она? Она сказала, что у тебя могут быть полезные сведения. Могут, но... Сколько попро... Ты явно... Вот. Ничто так не услаждает слух. Теперь говори. Я уже все узнал. Правда? Твоя Мирин скрывается под именем Феникс. Она была в моей команде... Пора отплывать. Кеос, твой. У меня есть свой. Вдруг ты никогда не... Я не устан. Ты умелый пир. А ты замеча... Ты знаешь, где... Собрала команду и уплыла на юго-восток. Она была пир... Недолго. Почему ушла? Видимо, слишком увлеклась политикой. Кеос далеко. В море, давно. Как же она стала... Она из тех. Спасибо. Запомни, важно не место, а люди. Что-то беспокоит? Я хотела отыскать сокровища для... Полагаю, ты... Дело в том, что... Тебе повезло. То есть ты поможешь? Думаю, я... Наконец! Куда мне нужно? На ту сторону острова. Дом правитель? Да. Где поезд? На восточном берегу. Я найду ту... Ксения! О, мои планы сорваны! Как я его найду без таблички? Вроде она не настолько глупа. Забрать торговый корабль, дать Ксении Охроп. Можем чем-нибудь... Да. Ничего мы не говорим. Обожаю интересные истории. История... Я хочу найти корабль. Ну, тогда я помогу тебе. Что такое О? О, это вещь... Афинине, хотя... Где я могу найти... Зная Гат... А, он... О каком капитане? Гатарзе.
спасибо. Если найдет... Конечно, друг... Малаки. Нужно найти Охру. Это легкие деньги. Что надо? Я не во... Все не вовремя. Стой! Сказала тебе... Слава посей! Корабли вторгаются в... И как сделать? Поднять наш флаг? Тогда все... Мы же пираты. Вы пытаетесь раз... Если бы мы хотели расширить... С этим не поспор... Я согласен. Несколько... Как много кораб... Не забывай. Топить их... Дыры в парусах, три сломанных весла, еще два во втором ряду. Мачта треснула. Ах, не дня отдыха, клянусь Зевсом. Готовьтесь, отплываем! Капитан, мы тебя ждали! А ну, шустрее! Вперед! Девчонки! Скорей! Будет еще время для песен и для вина, если повезет! Thank you.
Вот следы крушения, а вот и охра. Надать скорости! Замедляйте! Капитан покидает вахту! Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Знаю, как все это выглядит. Корабль! Мы недалеко. Акулы найдут. Стойте! Не вмешивайся! Как вы оказались? Я все расскажу. Мы вдоволь тебя на... Я хочу выс... Ну так вот. Мы участ... Что он сделал? Ничего хорошего. О, неужто... Не надо было связываться с этим... Он ваш... У капитана должен быть корабль. А он свой корабль прохлопал. Если поможешь вернуться в Кеос, я щедро заплачу. Отойди. Прочь с дороги. Капитан Гатарзис возвращается на Кеос. Напрасно ты суешь свой нос в чужие дела. Спрячься за... О, боги! Прощай! На помощь! Ну и битва. Очень надеюсь. Что ж, тогда вернемся на мой корабль. Как я счастлив.
если вернуться на Геос. Гатарзис! Я ожидал другого. Гатарзис! Я думала... Он плыл слишком близко к берегу. Мы были в самой... Малака! Для меня главное, что ты жив, братишка. Он твой брат? К сожалению, да. Что с командой? Эти псы вздумали убить меня. Если бы... Он бы погиб. Значит, ты заслуживаешь... Семья превыше всего. Нет, я в долгу перед... Твой доспех, Гатарзис. Но это доспех отца. Живо! Его доспех. Теперь в досто...
Похоже, карта здесь. Вот то, что ей нужно.
Это так. Что ты здесь? Кто? Я? А что с твоей? Он не смог прийти. Вот как. Табличка у тебя? Сначала я хочу получить. Безусловно. Спасибо. Превосходно. Что у нас здесь? Хм. Очень интересно. Не умеешь плавать? Я пират. Умею. И неплохо. О! Зачем мочить? Я не отказал. Обещаю. Это... Хорошо. Знала ты не... Наконец-то Так куда мне? Возьми этот ключ из... Он лип... О, нет. Наверное, гранатовым соком запачкала. Что это за... Поскольку речь идет о древних руинах кун... Что ждет меня? Стая акул охраня... Ну, будь... Как я пойму, что... Найди забытый сок. Я достану сок. Капитана! Друг мой,
Старай. А теперь отдай. Драхмы. Не думай. Очень смешно. И вправду смешно. Зря я нарек. Это твой брат. Сделки не будет. А за обман тебя ждет смерть. Ничего не выйдет. Убить его! Надеюсь, меня еще не заметили. Каждого из вас.
Лежащий лев охраняет Кеос, а от Ксении не уберег.
Thank you.
Я твой вечный. Теперь афиняне лишены преимущества.
Увидимся. Особенно жду тебя. Наверняка. Это Эти. Наследник самый влиятельный. И на... Все это ради бога. Нет! Это видно. А, мне... А тебе не пора? Нет, я... Надо что-то... Что угодно. Все, что угодно. Эрос? Ума. Я ведьма. Зелье. Люб... Может, и... Я куплю его, прошу. Я не ищу выгоды, я каждое зелье любви только. И как только ты выпьешь, нам кое-что нужно. Ох, но... Уверена, мисть. Прошу, мисть. И денег, конечно. Ладно.
Лучше... Недавно, как его обломки в пиратской бухте. В каком лесу? Нет, нет, они не в... Что ж... Отлично. Тот самый склад. Грибы должны быть где-то внутри. Вот и склад. Теперь надо найти эти грибы. Должно хватить, но есть их я бы не стал. Обломки корабля. Надеюсь, пираты здесь еще не побывали. Вот и место кораблекрушения. Вино и грибы. Кажется, все. Пора встретиться с девушкой и ведьмой в храме.